Всем доброе утро. Я сейчас поеду в универ, но перед этим я пойду попью кофе. Может, что-нибудь перекусну. В общем, у меня будет нормальное человеческое утро. Каждый день этот чертов дождь. Вчера дождь, позавчера дождь. Но сегодня хотя бы не такой сильный. Все, спасибо, Марго, пока. Пока. Все, удачи, ребята. Обожаю этих ребят. Вот теперь утро действительно доброе. Маш, как тебе видение кошмар? Это убийственно. Маш, Маш, хочешь мой крендель? Что? Хочешь крендель? Когда мы все чуть-чуть озабочены на чьем. Никто не хочет мой крендель, ну ладно. А есть еще раз 50, чтобы попить? Крендель! Сейчас. Я не расскажу буквально. Я тоже хочу. У меня небольшой хрень. Можно я сначала его сфоткаю, да, тоже? Сейчас, подожди, стой, я... Блин, ты испортился. Я же... Да, блин. Все. Мой крендель. Можно я пишу его просто? Да, блин. Я тоже хочу взять крендель. У меня небольшой крендель с Октобер Фестом. Ты на бригантине хотя бы поел. Да, я, блин, отъелся за все. Ну, а теперь хочешь на крендель? На будущее чуть-чуть. Огонь, крендель. Итак. А мы сейчас 14-й. Игорь учится. Игорь пытается учиться.
так снимать. Там Ларри. Повторите еще раз. Ребята, что ты думаешь о блогере Игоря? Игоря. Блять, Игорь, такое имя странное. Мне кажется, мы попадем, честно тебе скажу. Короче, он нас просто вырежет. Мы пытаемся стать популярными, поэтому снимаем и тратим память Игоря на телефоне. Да. А, вот. Внимание, вопрос. Как попасть в блог Игоря? Ура, он ставит нас в Игорь такой... Короче, социология закончилась. Катя, как ты социология? Ну, такое. Не, ну, в принципе, весело, да? Я сидела в телефоне всю пару, что ты хочешь? Ладно, посмотрим, что будет на второй паре. Очень веселая психология и педагогика. Очень веселая. Первый курс, второй месяц. Полет нормальный. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision... Закончились пары в универе, закончилась репетиция капустника. Впереди два полных насыщенных выходных дня. Можно будет нормально отдохнуть. И классная погода. Наконец-то нормальная, хорошая погода. Здравствуйте, пожалуйста. Чизбургер с собой. Классно. Конечно, репетиция это хорошо, но после этого немного голова, если честно, болит. Не знаю, нужно будет взять таблетку или что, потому что не знаю, может потому что мы сильно шумели или что. Но зато очень активно и продуктивно проработали все аспекты.